Сегодня же сотрудники СБУ пытались провести обыск во львовской квартире нардепа от самопомощи Любомира Зубача. Информация об этом появилась на странице политсилы в Фейсбуке. Когда правоохранителям объяснили, что подобные действия без согласия Верховной Рады незаконны, люди, которые представились сотрудниками СБУ, от своих намерений отказались. Самопомощь сообщает, что во время телефонного разговора Зубача с руководителем СБУ Василий Грицак заявил, санкции на обыск не давал.